Проповедник, игла, притча Соломона 30:28, Экклесиаста 12:11, 2 Коринфянам 6:9, 1 Коринфянам 9:22. Проповедник яростный и жгучий, правду поднимающий на щит, ереси любой развеет тучи, и каким бы ни был бунт могучим, из патриархии обличит. Зал, где его пламенные речи можно слышать, не бывает пуст. Кто бывал и будет с ним на встрече, непременно скажет Златоуст. В обстановке светлого покоя проповедь проходит всякий раз, и текут из уст его рекою притча, стих, молитва и рассказ. Лишь Господь один ему указник, всем любовь внушающий страх. В Боге жизнь ему великий праздник, остальное тленье прах. Проповедь его неотразима, истиною дышит и живет. Нет ни слов, летящих цели мимо, все в разящий пущенный полет. В обстановке светлого покоя проповедь проходит всякий раз, и текут из уст его рекою притча, стих, молитва и рассказ. Сам же испытавший от ГУЛАГа, он на мир отнюдь не обозлен, и, как видим, даже счел за благо претерпеть свои мытарства он. Пламенем пылает, а не тлеет в этом человеке ум и честь, что-то он от Никона имеет, и Аввакума много есть. В обстановке светлого покоя проповедь проходит всякий раз, и текут из уст его рекою притча, стих, молитва и рассказ. В обличении нравов он неистов, и державных не боясь чинуш, раскрывает бредни атеистов, мерзкие деяния коммунистов и марксистско-ленинскую чушь. Мне трудно дать его портрет, подобен он волшебной лампе, что гонит тьму, являя свет. Игнатий Тихонович Лапкин. В обстановке светлого покоя проповедь проходит всякий раз, и текут из уст его рекою притча, стих, молитва и рассказ. И текут из уст его рекою притча, стих, молитва и рассказ. С величайшим уважением и поклоном, Рогов Владимир Егорович, 63 года, город Барнаул, телефон, декабрь 1998, февраль 2000 год. Аллилуйя. Слава Христу.